Вітаю! Роботу телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про педіатрію. Міжнародний день педіатра, педіатрія в Україні та Європі. У нас в студії Олена Агафонова, доцент кафедри педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської медичної академії, кандидат медичних наук, лікарка вищої категорії. Доброго дня! Доброго дня! Перш за все, хочу привітати вас з прийдешнім святом, яке відзначається в Україні і в світі завтра. Розкажіть про нього. Це достатньо відоме свято, старе свято, але в Європі і в світі. Що в Україні? Як відзначається свято? І як давно його відзначають? Да, действительно, это для Европы это уже достаточно старый праздник, и, если я не ошибаюсь, его уже отмечают более 50 лет в Европе. Но у нас в Украине он стал известным, я не говорю даже популярным, известным в последние годы, и широкую популярность он еще не приобрел. Мы в основном, вот педиатры, вспоминаем о нем тогда, когда начинают нас поздравлять в этот день. А вот в отличие от Дня медработника, который празднуется всегда 3-го воскресенья июня, и он стал уже традиционным праздником, но я надеюсь, что этот праздник приживется тоже в Украине, тем более, что он совпадает с Днем ребенка, Всемирным днем ребенка, и это очень символично, потому что здоровье ребенка, естественно, охраняют прежде всего педиатры. И если говорить о педиатрии как науке вообще и отрасли медицины, очень давнюю имеет и очень хорошую историю, и первые педиатры, первые и больницы первые детские, и первое описание болезней детей, особенностей детского возраста, они появились еще в 1834 году, и основоположником считается Нил Филатов, который писал, что педиатрия – это наука об особенностях болезней и особенностях организма детского, потому что ребенок – это не взрослый в миниатюре, это совершенно другой организм со своими особенностями. И что хорошо, вот что радует всегда нас, педиатров, что в большинстве своем дети здоровы, то есть изначально ребенок здоров. И наша задача просто сопровождать его возраст ранний, а детский возраст считается от 0 до 18 лет, то есть сопровождать его в разные возрастные периоды и просто наблюдать за его развитием и в случае разве что заболеваний, просто помочь ему, не мешать ему выздоравливать, потому что дети, в отличие от взрослых, в большинстве своем выздоравливают. Выздоравливают сами. І взагалі виздоравлюють, в отличие від взрослих. Тобто у дорослих немає таких перспектив, як у дітей, так? Діти, вони простіше до цього ставляться. Понимаете, діти, да, діти к своей болезни ставятся, конечно, гораздо проще, чем взрослые. И вот здесь еще хочу сказать об одном качестве, необходимом педиатру. Педиатр лечит не только ребенка, педиатр лечит семью, он лечит маму, папу, дедушку и бабушку. И нужно быть психологом, и нужно иметь очень большое терпение, потому что сам ребенок, ну, мы видим, допустим, что это не тяжелая болезнь, обычно, предположим, к примеру, это вирусная инфекция, самая обыкновенная, и ребенок при этом в основном бодрый, весел, он хорошо ест, пьет, скачет, но у него может повышаться температура, ну, как мы все болеем вирусными инфекциями, знаем, как они протекают, но в отличие от вот этого больного ребенка, чувствующего себя хорошо, плохо себя чувствуют папа, мама, дедушка и бабушка. У них есть очень много вопросов, вот начиная от того, что «а что если?», «а если забегать наперед?», «а если завтра будет то-то?», «а если послезавтра то-то?». То есть и доктор, и врач-педиатр должен быть очень терпеливым, не просто лечить ребенка, но еще и успокаивать маму, папу, объяснять им все, а на следующий день еще и на смену им приходят дедушка и бабушка, и все вот это нужно пережить. В этом особенность профессии педиатра. Ну и еще есть такая особенность. Мои знакомые терапевты, которые лечат взрослых, они спрашивают, ну вот как вы можете? Ребенок маленький, первого года жизни, вот он кричит. Откуда ты знаешь, что у него болит? Он не может сказать, он, ну просто он плачет. Ну я не знаю. Я даже не знаю, как ответить им на этот вопрос, потому что, первое, педиатры всегда различают, мы научились различать
опять вот этот крик, крик боли, крик просьбы о помощи. Иногда это просто бывают детские крики окружающих тебя детей, когда они бегают, играют, и на эти крики мы совершенно не реагируем. И вот как-то, когда ты осматриваешь ребенка, мне не нужно, чтобы ребенок сказал о том, что его беспокоит. Достаточно его осмотра и достаточно вот того, что скажет мама о нем, наблюдая его в течение, допустим, там, дня, ну вот эти во время крика. И тоже в этом особенность педиатрии, но этому нужно учиться. Недаром у нас есть специальные факультеты педиатрические, у нас есть специализация, там, где врачи учат вот именно особенностям ребенка, особенностям детского организма, особенностям протекания болезней у детей. И еще хочу сказать, что вот в отличие от терапевтов, как ни странно, педиатры, в общем-то, мы лечим. Если к нам обращаются взрослые, члены нашей семьи или знакомые по поводу лечения вирусных инфекций, ну, тех заболеваний, которые встречаются в педиатрии, мы с удовольствием даем советы, мы лечим их, но терапевты, они детей боятся, они не берутся лечить детей, и вот предпочитают, чтобы этим занимались именно педиатры. И вы лікуєте дорослих дитячими ліками, чи ви їм прописуєте дорослі ліки якісь? Ну, у нас, в общем-то, нет такой градации детские и взрослые. У нас просто есть формы выпуска детские, у нас есть формы выпуска взрослые. И дозування. Поэтому, да, доза. Мы назначаем просто дозу взрослого. И вот здесь тоже особенность педиатрии. Если может быть, кто-то не знает, то назначить лекарство взрослому достаточно просто. В основном это одна таблетка, там одна таблетка два раза в день, или одна таблетка три раза в день и так далее. То, что касается педиатрии, там все препараты дозируются на килограмм веса. Поэтому нужно знать дозировку, и нужно посчитать, рассчитать. Вот каждому ребенку, каждому возрасту своя рекомендована. Ну, мы назначаем свое количество препаратов. И тоже особенность, кстати, медицины нашей, которая в Советском Союзе и, может быть, частично сейчас украинская, приходят достаточно часто родители и говорят, вот назначили препарат какой-то, а там написано только детям 6 лет, а нашему ребенку там 4 года. Но есть особенность такая, этот препарат разрешен детям и раннего возраста. Просто в Европе никогда не возникает мысли, что можно назначить ребенку 2 года, 3 года таблетку. У него для этих детей специальные формы, сиропы или растворы. А у нас бывает такая ситуация, что нет этого препарата в сиропе, есть только в таблетке, и мы тогда говорим, что нужно давать по полтаблетки или по четвертушке таблетки, раздавить, может быть, добавить там чего-то сладкого. А в Европе этого представить не могут, как можно делить таблетку. То есть есть специальная форма для разного возраста. Но мы научились выходить из этой ситуации, потому что наша главная задача – это помочь ребенку, вылечить его. А вот уже какими таблетками, какими методами. Це вже інше. Да, це вже другий вопрос. А от скажіть, будь ласка, якщо вже ми вже про таблетки заговорили, про пігулки, чи можна гризти пігулки? Тому що я в дитинстві завжди розгризала пігулки, а мені говорили, ні, не можна, потрібно тільки ковтати. Нет, в этом страшного ничего нет, можно разгрызать, но просто есть некоторые препараты, например, витамины. Они покрыты специальной обладкой, и эта обладка приятного вкуса, как конфета, как дрожжи. И когда ребенок ее глотает, то он получает удовольствие, как от конфеты. Но если он ее разгрызет, а внутри находятся такие витамины, витамин С, он кислый, витамины В группы, они горькие. И разгрызая вот эту таблетку, просто ребенок получит неприятные ощущения. Кроме того, есть еще такие таблетки, например, это могут быть желчегонные препараты, ферменты. Они тоже находятся в специальных обладках. Для чего? Для того, чтобы эта обладка начала растворяться в желудке, и эти препараты действие свое оказывали именно в желудке, в желудочно-кишечном тракте. То есть во рту они не должны еще быть активными. Вот для этого говорят не разгрызать таблетки, а есть таблетки, которые специально нужно разжевывать полости рта, рассасывать, под язык класть. То есть для каждой таблетки есть свой способ применения, но ничего страшного, если ребенок вдруг и разгрызет таблетку, или наоборот, он ее не разгрыз, а проглотил, страшного ничего не случится.
Тобто гризіть пігулки, нічого. Якщо нравиться. Кстати, вот рыбий жир сейчас, ну, как источник витамина D и полиненасыщенных жирных кислот, сейчас очень много капсул различных с рыбьим жиром, именно капсулы для того, чтобы он не был, он, ну, достаточно неприятный на вкус, и вот чтобы ребенок или взрослый проглотил его и не испытывал неприятных ощущений. Но тем не менее, знал, что некоторые люди, им нравится как раз раскусить эту капсулу, им нравится вот этот вкус рыбьего жира. Поэтому у каждого свои вкусы, пожалуйста. Так, на смак и колір, да, як говорять. Да. І якщо вже ви заторкнулися теми європейської медицини, так, української, от скажіть, будь ласка, наскільки українська медицина відійшла від радянської і наскільки вона наблизилася до європейської, педіатрія, зокрема? На мой взгляд, мы сейчас, ну это мой личный взгляд, мы находимся сейчас где-то между нашей старой педиатрией и новой европейской. Есть много хорошего в том, что у нас было, но есть много нового, то, что мы можем взять в Европе по организации. Но очень сейчас много, знаете, на что нареканий. Например, у нас были в Советском Союзе профосмотры детей, мы ребенка до года осматривали как минимум один раз, а то и два раза в месяц. То есть один раз педиатр видел ребенка дома, а на дому, а второй раз ребенок приходил в поликлинику для того, чтобы его взвесили, ну, доктор осмотрел, посмотрел, как он развивается и так далее. Сейчас уже вот этой практики нет, она уходит в прошлое. А почему? Ну вот в европейских странах такой практики нет. Это называлось у нас профилактическая медицина. Ну, было в этом тоже свое разумное зерно. То есть доктор, наблюдая, педиатр, наблюдая ребенка, он, может быть, мог выявить рано какие-то нарушения в его развитии. Ну, например, видя ребенка каждый месяц, он мог следить за тем, как он набирает вес. И если вдруг ребенок начинал плохо набирать вес, то педиатр вовремя, ну, начинал искать причину, он, может быть, ставил диагноз раньше. Но хорошо обученная, грамотная мама тоже может следить за весом своего ребенка. И если она видит, что плохо прибавляет вес, в этот момент обратиться к педиатру. То есть обратиться к педиатру тогда, когда какие-то есть нарушения в развитии ребенка. И вот почему сейчас, почему на Западе не прижилась вот эта практика ежемесячных осмотров. Я специально искала, хотела выяснить, почему это так, потому что это экономически невыгодно государству. На это затрачиваются, в общем, ресурсы, ну, прежде всего, это человеческие ресурсы, это работа врача-педиатра, а следить за развитием ребенка, 90%, больше 90% детей развиваются нормально, и вот ради того, чтобы выявить какого-то одного ребенка, у которого может быть потенциально развиваться какое-то заболевание, это экономически невыгодно. То есть нужно обучить маму, мама должна вовремя обратиться к педиатру. Второе еще отличие, да, еще вот что может быть, у нас сейчас педиатрия или наблюдение за детьми тоже, как в Европе, как в большинстве стран мира, отдаётся семейному врачу. Семейный врач будет наблюдать и наблюдает уже всю семью ребенка от 0 до 18. И после этого разумное зерно в этом есть, потому что зная человека вот буквально с рождения, все особенности, конечно, всю семью, он семейный доктор, он не только лечит, он знает, когда можно, когда нужно направить к специалисту узкому ребенка или взрослого. То есть он знает об этой семье все, и, в общем-то, положа руку на сердце, мы, наверное, и раньше выполняли функции семейных врачей, потому что, когда ты лечишь ребенка в семье или наблюдаешь ребенка, взрослые тоже обращаются за советом, а вот у меня болит то, каким мне сделать обследование, куда мне обратиться и так далее. То есть мы их координировали. Ну, может быть, не лечили, как сейчас делают семейные врачи, но координировали. Поэтому институт семейных врачей – это, в общем-то, такое хорошее дело. Единственное, что вот когда у нас начали
делать педиатры, у нас бывшие педиатры стали семейными врачами, терапевты стали тоже семейными врачами, и, конечно, осталось, если человек всю жизнь занимался только детьми, то у него и душа в том направлении лежит, и ему лучше и больше опыта. Если он занимался всю жизнь терапией, то, конечно, он лучше лечит взрослых, скажем так, поэтому вот этот процесс переучивания, он будет затянется, наверное, на какое-то время. И кроме того, мы сейчас уже получаем новое поколение семейных врачей, действительно, которые воспитывались и учились именно как семейные врачи. А что еще из европейского, вот американского опыта, из опыта Великобритании? Нет визитов на дом. Наши родители, и не только родители, взрослые тоже привыкли, что если человек заболел, и он себя чувствует плохо, он звонит, он вызывает врача на дом. Педиатры иногда, это были даже достаточно абсурдные случаи, и что просто мне там показалось или еще что-то, а тоже тратится опять же время доктора, за это время он мог принять еще двух как минимум пациентов, и вот в Европе это не принято. В Европе визитов на дом нет, есть визиты к доктору в офис. То есть, вот, например, температура у ребенка 38, это не повод для вызова врача на дом, это повод для визита к врачу в офис. Если неотложные случаи, ну, может быть, их очень много, не сбивается температура очень высокая, судороги, потеря сознания и так далее, есть вот служба, которую мы хорошо все знаем по фильмам, 911, и здесь вот эти вопросы неотложной помощи решаются. Да, наша... Кстати, работа нашей скорой помощи уже приближается, у них есть стандарты, то есть по неотложному вызову 10 минут на вызов. И, насколько я знаю, наша неотложная помощь уже вот приближается к европейским стандартам по этому показателю. Но в основном врачи, у нас очень хорошие в Украине врачи, у нас очень грамотные в Украине врачи, очень хорошие педиатры. И вот как раз в педиатрии, наверное, больше всего сохранились вот эти традиции, которые у нас были и в Советском Союзе, и вот в нашей независимой Украине, они продолжаются. Это вот эта любовь к ребенку и вот это желание вырастить здорового ребенка. Ну и кроме того, педиатры все отличаются, это не мое мнение, это так говорят родители и наши коллеги, что педиатры отличаются еще вот мягкостью, терпением и добротой. Це прекрасно. Да. Бажання виростити здорову дитину, воно є не тільки у педіатра, правильно? Воно є і у батьків, у дідусів, у бабусів, про яких ми зараз говорили. І от дивіться, чи є в Україні або, можливо, в Європі така практика, що саме батьків якось навчають якісь первинні ланці, да, первинні допомозі дитині. Тому що, ну правильно, для чого викликати, там, наприклад, ту саму швидку або лікаря турбувати, якщо можна там першу допомогу надати самостійно вдома. Чи є такі якісь курси, не знаю, там лекції саме для батьків? Ну, я боюсь ошибиться, но я думаю, что да, такие курсы есть. Ну, например, я не буду говорить название, чтобы не рекламировать, но вот в медицинском центре, в частном, там, где я консультирую, мы вообще-то ввели такую практику, это называлось клуб молодых мам, и мамы приходили, и мы им читали лекции, как вести себя, если ребенка укусило что-то, то это было прошлое лето, и было очень актуально укусы змей. Тогда появились вокруг города ядовитые змеи. Мы говорили, что делать, какая первая помощь при укусе. Ну, естественно, какая первая помощь при... Если ребенок перегрелся, тепловой удар, повышение температуры, инородное тело, электротравма, то есть все, что может случиться с ребенком. Да, это была наша инициатива. Но я думаю, что вот такие курсы, если мама захочет, она может их посещать и найти в любом городе. Кроме того, сейчас есть очень много популярных, ну, например, наши мамы очень любят доктора Комаровского. Сейчас немножечко
его популярность уже, ну, она не настолько ажитирована, как это было. Мама просто уже все дозналась. Да, но раньше мамы, когда приходили, и мы им начинали что-то рассказывать, они говорили, а вот у доктора Комаровского написано. Но действительно, мы встречались, он приезжал к нам тоже вот в центр, и он говорил, что его цель как раз сейчас уже не лечение, а вот готовить хороших пациентов для врачей. То есть вот это его книги, его лекции для мам, они действительно они популярны и на вот эти темы, которые интересуют. И я думаю, что, в общем-то, и любая клиника тоже могла бы организовать такой цикл лекций. А в принципе, все это рассказывает тоже педиатр, который наблюдает ребенка. 90% это общение мамы, мамы задают вопросы, и мы им все это объясняем, как делать, как быть, как поступить. Але ж є такі родини, є такі мами і батьки, які не звертаються до педіатрів, а звертаються до народної медицини. Як педіатри ставляться до цього, і що би ви порадили таким батькам? Вы знаете, педиатры к этому относятся с терпением, если это не вредит здоровью ребенка. Но я, например, приведу такой пример. Если ребенок лечится по поводу какого-то очень тяжелого заболевания, и мама спрашивает, она говорит, а вот вы знаете, нам сказали, что здесь есть какая-то, как они говорят, там бабка, которая, я не знаю, что она делает, там, выкатывает или что-то делает, а можно мы вот обратимся, а можно, да, если она не будет ничего давать ребенку пить, есть, трогать его, она просто рядом постоит и что-то скажет, родителям от этого легче. Пожалуйста, почему бы этому не помешать? Если это не вредит ребенку, но это успокоит родителей, то это, в общем-то, как вариант такой плацебо, да, такой? Да, плацебо. Но это случай, когда родители все-таки лечат ребенка традиционными методами, ну, может, хотят немножечко как бы подстраховаться, может, это их успокоит. Но есть же такие варианты, когда родители просто не обращаются к врачу, а обращаются сразу к, не знаю, там, к народному целителю или лечат ребенка какими-то нетрадиционными методами. А в это время заболевание развивается, и это может привести, в общем, к достаточно таким плохим, плачевным последствиям. Вот я против этого. То есть все-таки традиционная медицина – это медицина, а знахарство – Это... нигде, собственно, не приветствуется. Я знаю только одну, ну, это я знаю, может быть, еще где-то есть, но я знаю, что вот в Камбодже у них очень процветает вот такая народная медицина, знахарство, они не идут к врачу, а сразу начинают лечить там различными, не знаю, методами, шаманами, народными, да, да, если мы травками. Хотим быть на уровне Камбоджи, то... Да. Ну, насправді, да, медицина йде вперед, рухається, розвивається, щось змінюється на краще, як я вже почула від вас. І от один з таких моментів, який є достатньо таким спірним, да, для людей, це вакцинація. Вакцинувати дитину або не вакцинувати. Хто за, хто проти, кожен має свої аргументи. Як педіатр, що ви про це скажете? Ну, во-первых, я могла бы сказать, вакцинироваться нужно однозначно, и на этом все закончить, потому что это просто, это даже не подлежит никакому обсуждению. В настоящее время у нас такие вакцины, которые являются высокоочищенными, безопасными. Мы вакцинировали, у нас привитость, уровень привитости достигал 90, больше 95%. Еще в Советском Союзе, когда это были совсем не такие вакцины, вот не настолько безопасные, не настолько очищенные. А теперь, когда у нас такой арсенал против инфекционных заболеваний, почему-то начали сомневаться. Ну, это как, я не знаю, это, наверное, как точно, как вот знахарство, шаманство, когда наступают такие переломные моменты разные в истории государства, и появляются такие народные целители, не знаю, гадалки, да, и так далее. А то, что касается вакцинации, то не в одной стране мира, ну, может быть, кроме каких-то наших, может, бывшие страны СНГ, не знаю, этот вопрос не поднимается. Это аксиома.
Любой человек должен быть защищен от инфекционных заболеваний. Есть всего, наверное, несколько, я бы назвала это антибиотики, это гормоны, это прививки. Это те мероприятия, это те лекарства, которые продлили жизнь человеку, реально продлили. И я вот буквально вчера прочитала в блоге одной мамы, она говорит, вы знаете, я себя ловлю на том, что я делаю прививки ребенку согласно графику, у нас с мужем нет никаких сомнений, но при этом я должна оправдываться, что я делаю эти прививки, потому что у нас очень агрессивная противопрививочная пропаганда. А вот те, кто действительно делают прививки, они просто их делают и никому об этом не сообщают. Просто законопослушные граждане, которые заботятся о здоровье, о своем и своего ребенка. И да, есть еще несколько моментов. Ну, вот, например, мы все ждем, я не знаю, можно отказываться от прививок, пока не возникнет такая реальная угроза инфекционных заболеваний. Первый всплеск, который я помню, такого прививочного движения был когда несколько лет назад, когда появились случаи полиомиелита в Западной Украине. Тогда да, те, кто не прививался, такие самые ярые сторонники не прививать ребенка, они все привились. Сейчас корь, и сразу выросло количество детей, которые привились против кори, и тут же уровень заболеваемости начал падать. Это вот очень очевидно. При этом рост заболеваемости другими какими-то болезнями, ну, ничего не случилось. Все так и так. Все как и было, все в рамках тех цифр, которые наблюдаются каждый год. Сейчас у нас ожидается, или есть подъем вакцинации против дифтерии, очень активно. Вот те вакцины, которые прививаются, я имею в виду вакцины, которые продаются в аптеках, прививаются, которыми взрослые люди, они тоже исчезли, все взрослые привились, потому что реальная угроза заболеть. И вот касаясь еще сезонных прививок, грипп, можно спорить, прививать против гриппа себя, своих детей и так далее. Я знаю только одно, что все, кто привился в прошлом году, они пришли уже в этом году, потому что они отмечают, говорят, мы вообще не болели не только гриппом, а реже вирусными. То есть люди на себе видят пользу прививок и решают. Но еще раз хочу повторить, что это только у нас, почему-то мы спорим о том, нужно, не нужно. Во всем мире это просто. Це світова практика, да, це так є, так. Да, если ребёнок, это вот хочу сказать родителям, которые планируют обучать своих детей за рубежом. У нас достаточно много таких. Там не будут спрашивать, был ли рахит в детстве у вашего ребенка, или страдал ли он запорами и так далее. Там будет интересовать количество прививок. Их должно быть, вот сколько положено, столько должно быть. Иногда некоторые страны, некоторые вот в Америке, некоторые штаты, они требуют еще дополнительные прививки, которые не входят в наш календарь, но являются обязательными для них. Ну, будет интересовать, нет ли аллергических реакций, но аллергических реакций, которые могут вызвать тяжелые последствия, там анафилактический шок был и так далее. Если вас высыпало на клубнику, это тоже не интересует. И получает ли ребенок какие-то препараты, ну, при сахарном диабете, там, противосудорожные и так далее. Все, вот это обязательно, прививки прежде всего. Тобто прививайтеся и навіть не думайте про це. Конечно. Хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до нас. А я би ще з вами говорила і говорила, тому що питань безліч, але час нашого ефіру закінчується. Хочу привітати всіх педіатрів України і світу з професійним святом, з прийдешнім. Побажати якнайменше роботи, побажати, щоб батьки і діти приходили і зверталися в якихось незначних випадках, тому що це життя і нам не уникнути травм і хвороб. Але поменше хворійте, педіатрам поменше роботи. І пам'ятайте, що потрібно берегти один одного, не ходити по ворожках, не ходити по бабках, а звертатися до професіоналів, тому що в Україні вони є, і світова практика, європейська практика вже впроваджується в українську медицину, тому будьте здорові, лікуйтеся, не хворійте і чекайте наступний прес-центр за декілька хвилин. На все добре!